печка с газовым верхом и электрическое горение. Вот, горение. Значит, проблема в том, что все газовое работает, а здесь ни в одном газу никакие режимы не работают. Что нужно делать? Проверил, кабель исправен, доходит до фишки. Здесь до фишки доходит 220. Что необходимо сделать? Я открутил, значит, откручивается по два винта здесь и еще по периметру вот эти сбоку винты. И снимаем верхнюю крышку. При дальнейшем рассмотрении выяснилось, что вот 220, если пройти по линии, 220 это вот белый и голубой сюда приходит, а с уже через переключатель не проходит, 220 здесь нет. Снимаем переключатель режимов и вот два винта откручиваем. Суть поломки в том, что подпружиненный контакт, качество, первый подпружиненный контакт не пропускает вот здесь на синем проводе. Сейчас я покажу, значит, вот эти вот разъемчики просто поднимаются вверх. Итак, как я вышел из ситуации? Значит, вот эти разъемчики, они снимаются вот таким образом. Снимается, затем снимаем рамку. Снимаем шток. Он просто сюда защелкивается. Вот таким образом снимаем назад, потом точно так же. И что необходимо сделать? Значит, этот контакт, вот который синий, вот здесь не было, они посеребряные, как бы все в порядке. Но как я его не дергал, не щелкал, ну, видно, что-то какая-то соринка попала. Что я сделал? Я взял и выдернул буквально физически плоскогубцами. С обратной стороны здесь этот контакт немножко так развальцованные усики. Я немножко подогнул и физически вытащил, выдернул. И у меня появился доступ к одному из контактов. С этой стороны не мог, потому что он здесь запараллелен перемычкой. И с этой стороны неудобно выдергивать. А здесь он самостоятельный. И поэтому я с этой стороны выдернул этот контакт с мясом немножко. Но потом он плотно, в принципе, вставляется назад. И будет держаться разъемом. И появился доступ к этим контактам. Они не подгоревшие, серебряные. Видно, что-то все-таки попало. К одной части контакта, их же два, к одной части доступ появился. Я почистил, а вторую часть просто пятак немножко подковырнул, выгнул, почистил и загнул его назад. Все. Все, контакт появился. И теперь уже проблем нет. Все включается. Смотрите. Ремонт произведен. Значит, вставляю вот этот разъем, будет держать контакт, это удобно. Сейчас вставляю назад, так, прикручиваю назад. Можно не прикручивать, попробовать, но я, честно говоря, уже пробовал и назад разобрал, чтобы вам показать.
значит, еще одну все-таки поставлю, чтобы потом назад не разбирать. Еще раз ставлю, ставим в какое-то положение, включаем розетку. Так, ставим какой-то режим. И вот теперь включаем на таймер. Все, загорелось. Сейчас проверю. Тен горячий. Может быть, вы слышите, что работает вентилятор. Свет загорелся. Ну, исправлено. Все работает. Единственное, что я посоветую, не переключать режимы, пока не отсоединили, чтобы контакты не искрили. Потому что когда вот в таком во включенном состоянии, если включен таймер, если переключать, на контактах постоянно искра идет. И из-за этого может выйти из строя. Сначала выключайте в ноль таймер и затем переключайте режим без напряжения. А уже потом, когда вы это сделали, тогда включаете таймер, и он запускает печку. Все, подписывайтесь на канал. Легкие решения сложных проблем. Не могу вам сказать точно, какая модель, но, возможно, потом сфотографирую.